Інтерту – твій інструмент. Сегодня хороший спарринг был, прежде всего, это мы должны были найти слабые места наших, прежде всего, в линиях. Мы их увидели, над чем надо нам работать. И самое основное, это команда под нагрузкой показала характер. Как бы там ни было, проиграли, счет не важно, но показали хороший футбол, самое главное. Я думаю, результат придет. Это первая команда, которая более-менее нам сделала такое хорошее сопротивление, команда хорошего уровня. И от этой игры, я думаю, наши ребята будут прибавлять. Тем более мы тренируемся в двухфазовом режиме. У нас накопилось, уже осталось. Ну и опять же, повторюсь, тем не менее, показали хороший футбол, неплохой. Все идет по плану, очень хороший сбор мы проводим. У нас еще будет две игры хороших. И будем надеяться, что от игры к игре будем прибавлять. Особенно в реализации игры. В физическом плане мы-то уже более-менее почти подтянулись, но... Больше тактически будем работать сейчас над этим вопросом. Первое, что хочу сказать, это самый сильный соперник, который у нас был. Конечно, «Металлист» не нуждается в представлении. Очень много футболистов хорошего уровня. Пока команды втягивались в игру, мы забили быстрый гол. Ну и в целом мне понравилось, как мы оборонялись против хорошей полузащиты, такой линии атаки «Металлиста». Тут очень много хороших, качественных игроков. То есть называть кого-то, это, наверное, обидеть остальных.